Йо, вот и продолжение последней серии шестой части Банбана. Поехали. Птица же не очнется, да? Ну, в смысле, я надеюсь, что она очнется, но просто как будто бы хотелось быть в безопасности в этот момент. Так, речардж. И все, и валим. Открывай дверь. Мама! Мама! Нет! О! О нет, боже мой. Так, а Банбаныч тут? Нет? Маленький. О боже мой, стой, подожди, я скучал. Подожди. Я за тебя волновался, блин. Куда ты пошел? Где ты? Малютка. Куда он убежал, вы видели? Куда? Да не бойся меня, маленький, я... Где моя светилка? Я не причиню тебе вреда, давай. Блин, у меня пеленка забрали. О, что стоишь? Ты видел, что с пеленком стало? Это все гиваниум, да, вышел из него вот этого? Это не то, что я хотел бы испытать снова. Я буду искать выключатель там, где я нахожусь, а ты смотри там, где ты находишься. Посмотрим, смогу ли я открыть для этого выход. Давай. А, это типа как в роблоксовском каком-то... Ну, обби не обби, да, где один другому будет открывать... Господи, как же ты меня напугал. Давай, нажми на эту штуку. Ничего плохого не случится, я обещаю. Совсем дурной какой-то. Видишь? Я же говорил, что ничего плохого не случится. Я даже слушать его не хочу, если честно, он дурной какой-то. Так, поднимаемся, и что у нас тут? Кто у нас тут? Минуточку, это открывается? Мама. Нет, зато это открывается. Тут что у нас? Еще какой-то квестик, я правильно понимаю? Поехали. А, что? Реордер? Ух ты! Что? Что это значит? Я понял. Все. А, надо вот так вот даже, да? Так, минутку. То есть получается, если я наступаю... Ага, я не могу все наступить, да? Потому что, ну давай, реордер. А как быть? А, смотрите, еще надо реордер, да? Во, вот теперь можно что-то сделать. Так. Раз, мне хотят... Так, два. Смотрите, на самом-то деле, я думаю, все проще, чем кажется. Или нет? Оп. Ну, пойдет. Типа. Так, прыжочек. Ага, плохо. Ну, не ужасно. А, можно здесь еще постоять, попрыгать? Нет, нельзя, скорее всего. Так, смотрим. Можно прыгнуть сюда. Если прыгаю туда, меня убивают, поэтому прыгну сюда. А теперь что? Меня бахнут, если я тут буду? Да, бахнут, конечно. Сюда, значит. Теперь сюда придется, я не знаю. Ужас какой. Так, ту-ту-ту. Так, тут я успеваю. Приятного мало. Ладно, успевать должен. Да, нормально. Нормально, здесь безопасная зона. А куда мне? Мне туда надо, да? Здесь безопасная зона. Да, здесь я вообще спокойно иду. А, не так спокойно, ладно. Ну-ка, смотрим. Ага, хорошо, что я все-таки подождал. Так, нормально тут, ненормально? Вроде хорошо. Сюда не могу. Сюда могу в целом. Прыгаю сюда. Теперь влево. Он меня хочет долбануть. Ладно, вроде нормально. Так, сюда, ага, нормально. Подожди, ты... Ой-ой-ой. Я меж двух огней, ребята. Это печально. Это печально, потому что я прыгаю сюда, он меня дубасит. Я прыгаю сюда, он меня что правильно дубасит? А если так? О-хо-хо. Вот это, конечно, неплохо было. Так, ладно, это снова плохо, да? Ну, могу попробовать, конечно, зарашить туда. Нет, не могу, да, попробовать? Да, я походу... А, подождите. Так могу сделать. Я кто? А, ребят, это плохо было, похоже. Ой, короче. Все, чую я вот это вот. Голову морочил себе. Красота, красота. Минутку, мне что, обратно так нужно добираться? О, это для вас, кстати. Сейчас, минутку. Дело номер 8. Псевдоним Паук. Согласно протоколу, случай 8 подвергался стандартным испытаниям характеристик. Примечательные результаты включают случай 8, в котором заявлен один из самых низких показателей среди всех случаев по спектру интеллекта и один из самых высоких показателей среди всех случаев по спектру агрессии. Хотя эксперты уверены, что поведение кейс 8 можно полностью преобразовать в один из самых ценных заведений образцы. Короче, очень плохо.
плохо переводятся, а я не хочу 100 миллионов лет сидеть это исправлять, прошу прощения. Такое суматошное поведение было предсказуемо, учитывая обстоятельства дела. Донор генома принадлежит к видам, известным своей ловкостью и территориальностью. Случай 8 также демонстрирует постоянную боль во всем теле, как и во всех других случаях, что также может способствовать его поведению. Обучение по адаптации будет продолжаться, и хотя оно занимает больше времени, чем в среднем, количество нападений на персонал в случае 8 снизилось на 20% с прошлой недели. Есть много обещаний. Ну, имеется в виду, что много надежд, я думаю. Смотрите, проблемы возникают, потому что нам надо возвращаться туда. Так, тут меня стукнут. Тут меня что? Пока не стукнут, правильно? Да, тут меня пока не стукнут. Все, аккуратненько, тихонечко продвигай. А! Да? Слушайте, как возвращаться-то по-хорошему, а? Мама, что я только что сделал? Воу, ладно, это было неплохо. Так, вот тут единственное... Что ж... А, подожди. А, стоп. А я мог не возра... Ой, а чё это я? Я же мог не возвращаться. Чё вы мне сразу не сказали? А? Все нормально, да? А вот тут что? Это чё, сейчас шутка? И у меня же она была в руках. Может, тут что-то? Я не знаю чего-то. Но там какая-то дверь есть. Возможно, нужно начать действительно с нее, пожалуйста. Фух, я думал, я уронил, знаете, типа я упал, и я уронил. Подожди, а нафига мне это надо? Может, где-то тут есть бан-бан? Бан-бан. А куда мне деваться? А, подождите, тут как будто что-то было. Да, я вас без листочков не оставлю. Давайте, давайте. Что думаете, мне лень читать переведенный текст? Плохо переведенный текст. Так, псевдоним хирург. По просьбе руководства все ресурсы, ранее выделенные для варианта 4, ну, кейса, теперь будут перенесены в кейс 13, у которого гораздо более высокий показатель КАС, чем у 4-го. Руководство дало указание перенести кейс 4 на нижний уровень на неопределенный срок, однако эксперты высказали идею, которую они хотели бы представить руководству. Хотя случай 4 не продемонстрировал наилучшего послушания, эксперты предполагают, что случай 4 может стать неоценимым активом для нашей команды. Как только целевой раствор гиваниума будет изготовлен с учетом инструментов, которыми оснащен корпус, эксперты прогнозируют, что при обучении операциям и процедурам случаю 4 можно будет поручить более сложные и опасные задачи. Минусов в такой схеме нет. Ждем решения руководства. Кейс не готов. Все как обычно. Кейс у них никогда не готов. Хоть когда-то бы что-нибудь приготовили своими этими кейсами. Че, включайся. Мне домой надо. Домой это туда, правильно? Вроде бы да. И там, кстати говоря, у нас все уже открыто. Это, получается, была последняя и четвертая лампочка, которая стала зеленой. Все верно, вон она. Все, все чудесно. И тут загорается все, все везде загорается. Красота. Как вы думаете, насколько много еще испытаний осталось в этой игре? Господи, она меня сбила, я уже аж заикаться начинаю из-за нее. Че там, все на месте, ребята, или еще нет? Куда-то свалил, кстати говоря, этот шериф, че-то куда он ушел, че у него там за дела, я вообще не знаю. Где этот чел? А, вот он. А давайте откроем Наб-Наба. Нет, ладно, все-таки нельзя. Чисто опять. Когда я не смог найти выключатель на своем этаже, я отправился обратно. Подумал, что заблужусь, пытаясь найти тебя. Но вы сделали это, теперь мы можем положить конец этому хаосу. Подождите, сначала мне нужно кое-что сделать. Не думаю, что в ближайшее время ему придется беспокоиться о шалунах. А, там два пацана вот эти, или они шал... А, нет, это он шалун, да? Нап-нап, ты шалун? Шалунишка. Ну ладно, пофиг, открываю. Нет? О, ого. Увидели? Фига себе, какой он быстрый. Все, давайте, давайте покончим с этим. Давайте покончим, давайте. Так, окей. Такс, что у нас тут за комнатка? Ух ты. О, слышите этот звук? Давай. А, вы будете открывать, типа не я, да? Мне типа нельзя? Я не такой важный, как вы. Ну, конечно, давай. Ты же красный, ты же главный. Не думал, что увижу эту комнату так скоро. Хирург должен быть здесь и охранять скипетр. Куда он делся? Я сомневаюсь, что его поймали шалуны. Все было бы в полном беспорядке, если бы он был. Ну, мы можем искать его только, если у нас есть скипетр. Так давай возьмем скипетр. Я что, я шутка для тебя? Я шутка для тебя или что? Мне с тобой поговорить надо, может быть, или с тобой поговорить надо? Или выстрелить из пушки, может быть, мне надо? Я просто не понимаю. А, все
Все, извините. Ричардж? Что Ричардж? О чем речь? Кажется, что это до жути просто. Просто нажать кнопку. Мы точно хотим ее нажать? Ой! Вот зачем вы его открыли? Вот у вас совсем вот головы нет на плечах, да? Что с тобой? Пожалуйста, уйди отсюда, не приходи сюда больше, мы тебе не рады. Хотя красивая штучка, прикольно, мне нравится. Мне нравится! Скипетр, в нем не хватает части. Какой, вот это вот сердечко? Это плохо. Так а что мне сделать? Мне его потрогать или что? Или ты его возьмешь в руки? Что сделать мне? Ой. Так вот, где хранился ключ от моей тюрьмы. Отличная работа. Все переключатели активированы. Большая дверь открыта. Сокровище готово к разграблению. Ты кто? Боюсь, что именно в этот момент я приду и заберу все ваши труды себе. Я чувствую, что я не один в этой комнате, кому это удается. Считайте, что это часть расплаты за то, что было сделано со мной. К тому же, я должен быть уверен, что история не повторится. Укуси его. У нас не было выбора, они собирались уничтожить нас всех. У тебя был выбор, и ты сделал неправильный выбор. Где шериф и хирург? Уверен, что мое появление здесь и захват Скипетра не было частью вашего грандиозного плана. Я не знаю, где они. Я вам скажу, они прячутся, как трусы, которыми вы все являетесь. Но я найду их, и все поплатятся. Кажется, Скипетр тоже еще не завершен. Ты скажешь мне, где находится недостающий кусок, или мне придется съесть твоего котенка? Какого котенка? Ты не будешь делать ничего подобного. Пожалуйста, забудь, что было между нами раньше. Ты знаешь, что ты всегда был моим другом, но для чего нужны друзья, если не для таких случаев? Ну и чё? Чё думаем? Либо деритесь, что случилось? Что, он укусил тебя? Мама дорогая, что с тобой стало? Подожди, что? Фига себе, драчка. Драчка поехала. Ну-ка, суй его туда. Ешь, суй его в рот. Что? Беги, я? Куда бежать-то? А, понял. Все, нельзя оставаться, потому что за мной пиявки эти гонятся. Спокойно. Банбанчик, давай, набирай скорость, потому что, честно говоря, как будто бы умирать вот сейчас, ну, не то, чтобы хотелось. Давай. Насколько долгая здесь дорога, блин? Ну-ка. Сколько еще поворотов? Сколько осталось? Говорите. Не томите. Все? Что мне сделать? Я не думаю, что смогу пойти. Что? Что ты имеешь в виду? Вы не поймете, они ценят мои шутки. Ну да. Кто они? Это мой единственный шанс получить аудиторию, и я собираюсь им воспользоваться. Ясно. Goodbye! Вот это прыжок веры. Ладно, нам туда. Все, нам туда. Надо нажимать на эти красные штучки? Нет, не надо. Да вроде никто и не гонится за нами. Смотрите, опять все заканчивается в лифте. Так? Бан-бан, давай, успевай. Давай, становись сюда. Встань сюда. Ну, конечно. И вот тут-то они поняли, что все, к чему они стремились, было напрасно. О нет. Вы оба станете прекрасным пополнением моей армии. Вместе и под моей командой мы завершим то, что не смогла сделать королева. Под моим командованием, наверное. Я задержу их. Ищите хирурга. Да, а они просто это смотрят, да, такие? Подожди, я хочу посмотреть, что там будет. Что там будет? Драчка, драчка будет. Ладно, ищите хирурга. Ой-ой-ой, боже мой, какие звуки адские. Мама. Судя по всему, это конец шестой части. Как обычно, завершилась игра, точнее, завершилась часть на том, что... Да, вот как будто бы что хотелось... Хотелось бы сразу узнать, но... К превеликому сожалению, вот этот хирург, он просто в афиге, сколько ему придется делать хирургических операций. Посмотрите, он такой... Просто... Короче, ясно. Ждем седьмую часть. Все как обычно, все закончилось на непонятной ноте. Но, честно, это меня уже не то чтобы сильно раздражает. То есть смысл банбанов понятен, да? Просто человек клепает игры с историей и головоломками. Ну, одна в одну. То есть они прям очень похожи, они всем заходят, поэтому он продолжает делать так, пока это всем заходит. Ну, а это всем заходит, повторюсь. Поэтому ждать чего-то нового не стоит. И, ну, если честно, интересно, когда вся эта ветка закончится. Ну, уже как будто бы
хотелось бы, как будто бы пора уже заканчивать эту ветку. Может, не знаю, сделай новую какую-нибудь игру или что-то типа того. А с этой уже заканчиваюсь. Седьмая часть, прикиньте, седьмая часть будет. И не факт, что последняя. Напишите свое мнение об этом. Скажите, что вы об этом думаете. Стоит выпускать 100 частей Банбана или нет? Или может стоит все-таки поработать над новой игрой, а не вот так вот делать? Но... Короче, жду ваших комментариев, на сегодня-то все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте, и всем пока!